Всем привет! Вам всем прекрасно известно, что отжимание – это универсальное упражнение. От постановки рук, от хвата, от упора зависит различное влияние этого упражнения на различные группы мышц и, естественно, укрепление развития. Сейчас я сделаю, уже после моей силовой, сейчас я вам покажу еще один вариант таких отжиманий, которые укрепляют не только плечи, руки, но и грудные мышцы, но также белую продольную мышцу на животе и мышцы поясницы. То есть не делать изнурительную осанку, вернее, не делать изнурительную планку, а сделав одно такое упражнение в конце или в середине вашей тренировки, вы действительно почувствуете эффект от проделанной работы. Смысл упражнения сводится к тому, что в упоре лежа мы опускаемся в нулевое состояние в течение полутора минут. Потом точно так же полторы минуты поднимаемся вверх. Итак, давайте попробуем. Я, конечно, уже пару раз это сделал. Довольно-таки тяжеловато. Но вместе давайте попробуем еще раз. Итак, принимаем упор лежа. И пошли. За полторы минуты нужно опуститься вниз. Следить за тем, чтобы живот не провисал и задница не уходила вверх. Важно следить за временем, чтобы не делать быстро. Делать именно так, как рассчитано время. Полторы минуты вниз, полторы минуты вверх. Сорок пять. Минута. А теперь пошли вверх. А вот тут уже идет лажа. Фу. Нет. Все-таки вверх я поднялся за 20 секунд. Может быть, потому что я делал до этого силовую и не успел. Вернее, нет, это не клещик. Точно клещик. Может быть, потому что я делал силовую. Устал немножко. Сделайте вы, а потом скажете, поделитесь опытом, расскажите об эффекте. Всем удачи!